Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Какой же русский не любит быстрой езды, сказал классик. Это правда. Наши люди, мы любим наши автомобили. Это комфортно, это средство передвижения, это просто необходимо, наверное, каждой семье. Но каждый раз сейчас возникает тема, которая интересует каждого водителя. Цены на топливо растут. Проблемы, которые происходят с Ираном и везде, это все ведет к тому, что цены на топливо растут. И люди, особенно сейчас, когда кризис, они ищут что-то, с чем можно было бы экономить. Я вообще сама 16 лет занимаюсь бизнесом, и я знаю, как важен продукт, который нужен и востребован каждому человеку, чтобы не ты бегал за клиентами, но клиенты звонили тебя, искали и хотели это взять. Если ты что-то ищешь, случайности не бывает. Это случается. И ровно 5 месяцев назад мне позвонил мой друг с Украины. Он мне сказал: ты знаешь, у нас нечто происходит на рынке. Сейчас появился продукт, это такой биокатализатор топлива. Это продукт-бомба. Он дает экономию от 14 до 30%. Он не лезет в карман клиентам. Он дает им возможность зарабатывать. Плюс, когда везде используется некачественное, опасное для автомобиля топливо, этот биокатализатор, он отлично работает. И люди, которые работают с большегрузными автомобилями, с 1000 литров соляры, они экономят 300 литров, это 300 баксов, которые они могут положить в карман. Мы быстренько собрались, потому что хочется всегда проверить и пощупать. Вскочили на Гольф, 2000 километров с Литвы до Украины. Потратили без этого продукта 120 литров соляры. Там мы залили биокатализатор, и когда мы вернулись, мы увидели, что это было только 90 литров. Но это еще не все. Машина была более приемистая, как кошка мягкими лапками ехала. Но клиенты, которые ожидали меня в Литве, они мне уже звонили. Они хотели этот продукт. Они интересовались им, и они его брали. Вот этот продукт, я увидела, что он действительно охватывает массовое количество людей. И он нужен каждому. Он востребован сегодня и сейчас. Вы знаете, что внизу вот там есть такая маленькая, хорошенькая кнопочка. И там написано «Форсаж». Это ускорение для каждого из вас. Если вы нажмете на эту кнопочку, вы узнаете, где достать этот продукт. Очень недорого. Вы узнаете, как можно сэкономить на топливе. Очень много. И еще вы узнаете, что с этим продуктом можно создать собственный бизнес. Бизнес, который позволит вам изменить качество жизни. Вы узнаете, как заработать ваши первые 100, 200, 1000 и больше долларов. Не потеряйте ваше время. Используйте шанс, который дает жизнь. Я не благодарю вас за то, что вы меня слушали. Я вас поздравляю. До встречи.